полгода назад мы побывали в Маалюле и засняли, как первое подразделение сирийской арабской армии очистили город от боевиков. Тогда боевики ушли на горы и сверху сбрасывали горящие покрышки и различные взрывчатые вещества, чтобы уничтожить город. Потом пятитысячная группировка боевиков снова вошла в город, и вот вы видите результаты их пришествия. На всех церквях, которые тогда были с крестами наверху, кресты снесены, мечеть частично разрушена. Ну и там надписи соответствующие на стенах есть, что никакой религии, кроме ислама, быть не может. Вот это и есть та идеология, которую несут с собой боевики. Уничтожение всего чуждого им и насаждение только своих правил. Это дом одного из местных жителей. Боевики его разграбили, сожгли и оставили надписи. Там же брат Аль-Нусра. Здесь угроза всем последователям Христа. Как только Маалюля была освобождена от боевиков, сирийская арабская армия сразу же начала операцию по доставке сюда гуманитарной помощи жителям города и служителям церкви. Это колокольня храма. Здесь был один из древнейших колоколов. Состав сплава даже не был известен ученым, потому что его не исследовали. Он созывал верующих на службу. И сейчас такой же древний колокол остался только в Ливане. Боевики его сняли, скорее всего, с целью перепродажи. Потому что эта реликвия на нелегальном рынке будет очень дорого стоить. Если посмотреть само географическое положение Маалюли, то становится понятно, что когда боевики разместили снайперов на этой горе, на вот этой горе и здесь, на месте гостиницы Аль-Сафир, они могли простреливать практически всю Маалюлю насквозь. Вот отсюда, сектор, накрывающий все улицы, с гор, получается, прострел всех зданий шел. И тем не менее, бойцы сирийской арабской армии продолжали сражаться, даже находясь внизу в невыгодном положении, когда отсюда на них сбрасывались мины, различные самодельные взрывные устройства, ракетами били по ним. Вот здесь много крыш видно разбитых. И поэтому, когда сирийская арабская армия с флангов зашла со стороны других высот и овладела этими высотами, боевики не смогли продемонстрировать такую стойкость. Как только они оказались внизу, они бросили позиции и ушли. Город был взят сирийской арабской армией практически без использования тяжелого вооружения, чтобы сохранить эти древнейшие памятники архитектуры. Вот здесь стояла статуя Святой Девы Марии, боевики ее снесли. Это все, что осталось от церкви при монастыре Святой Феклы. Там есть автограф всех людей, которые это учинили, если их можно назвать людьми. Они, когда бесчинствовали здесь, ломали иконы, просто раскалывали их, ножами затирали лица, стреляли по иконостасам. Сейчас здесь стоят уцелевшие иконы. Вчера здесь был президент Сирии, Башар Асад. И вот ему показали все, что удалось спасти. Вот на Амбоне сломан алтарь, просто разбит. Все подожжено. Это вот подписи. То есть эти люди считают, что это какой-то подвиг. Зайти в храм, уничтожить его. Все можно понять, когда человек одерживает военную победу, и как вот солдаты на Рейхстаге оставляют подпись. Но храм – это не военный объект, его... Здесь были мирные люди, священнослужители, которые служили всегда добру, призывали к миру. И вот люди, которые вторглись сюда, посчитали своей заслугой вломиться, взять заложники безоружных людей, осквернить храмы, написать «Аллах Акбар», поставить свои автографы. Я вообще не понимаю, зачем это, чем руководствуются эти люди. Я не знаю, можно ли это назвать чудом, но вот одна из картин, одна из икон, во время пожара краска облупилась от высокой температуры, и только лик святого Антония остался практически не тронут пламенем. You see eyes? Your eyes? Yes, I... Его глаза не тронуты пламенем вообще. Андрей Филатов, Михаил Щеглов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс,
Маалюля, Сирия.